На выставке свои работы представят более 100 российских и зарубежных компаний. С 18 по 22 апреля в рамках недели охраны труда пройдет и 4-й Всероссийский съезд специалистов этой сферы. Состоятся круглые столы, семинары, научно-практические конференции и тренинги. Специалисты отметили большой успех проведения первой Всероссийской недели охраны труда в прошлом году. Ее посетили свыше 8 тысяч участников. Свои делегации направили все ключевые российские предприятия. Приняли участие и представители международных организаций и Международной ассоциации инспекции труда. С этого года неделя охраны труда будет проходить ежегодно под патронатом правительства Российской Федерации.